Несколько месяцев назад Артур Смолянинов раскритиковал действия российской власти и уехал за границу. А на днях звезда 9-й роты и вовсе заявил, что готов воевать за Украину. Слова актера не остались без внимания, теперь у экс-мужа Дарьи Мельниковой серьезные проблемы. 13 января Минюст включил Артура Смолянинова в реестр иноагентов. Теперь артист не сможет работать на государственной или муниципальной службе, выступать организатором публичных мероприятий, да и в целом жить в России. Напомним, несколько дней назад звезда 9-й роты заявил, что ему плевать на родную страну, к слову, сыновья Артура остались с мамой в России. Кроме того, 39-летний Смолянинов осудил тех, кто поддерживает спецоперацию, артист даже с оскорблениями накинулся на коллегу Сослана Федарова.